От Люксембурга до немецкого города Трир полчаса езды. Трир основан в 15 году до нашей эры. Его еще называют Северным Римом. Всех гостей Трира в первую очередь привлекают его черные ворота – Порта Нигра. Эта древнеримская постройка 2 века возводилась из песчаника. Но времени, погода, сажа и пыль изменили их цвет на черный. Более близкая к нам история напоминает, что в Трире появился на свет Карл Маркс. От черных ворот начинается самая популярная у туристов часть города – широкая пешеходная территория старого города. Здесь, как в калейдоскопе, смешались дома разных эпох и стилей. Рядом с особняками времен Ренессанса красуются здания в стиле барокко. Центр исторической части Трира – рыночная площадь, которую украшает один из символов города – рыночный крест. Здесь же на площади стоит рыночный фонтан, построенный в 1595 году. Тут же находится главная достопримечательность Трира – Трирский собор Святого Петра, закладка которого состоялась в 320 году. Смешение готики, барокко и романского стиля в интерьере собора, огромные колонны и удивительная чистота и гармония сводов превратили этот старейший в Германии собор в настоящее чудо романской архитектуры. В Трирском соборе в хрустальном саркофаге сохраняется уникальная реликвия – рубаха Христа, которую привезла сюда в IV веке святая Елена. Украшением Трира является и базилика Константина. Сооружение было построено приблизительно в 310 году императором Константином Великим, а также церковь Богоматери, одно из самых ранних готических сооружений Германии. Приходили далеко не только для того, чтобы помыться. Мы сюда приходили встретиться с друзьями, деловые, какие-то вопросы обсуждали.